Палевый лабрадор Лаки появился в семье Елены Храмовой 15 лет назад. И тогда она буквально с первого взгляда влюбилась в эту породу. Сегодня в доме у Елены живет уже несколько лабрадоров разного окраса. У каждого свой темперамент и характер. Решили, что все-таки это добрая, активная собака. У нас был маленький ребенок, поэтому хотелось именно для, ну, как бы, чтобы для него, для всех нас и ребенок мог заниматься. Елена считает, что лабрадоры отлично подойдут людям, которые приветствуют активный образ жизни. Прогулки по нескольку раз в день, игры с питомцем на свежем воздухе – все это поддерживает в постоянном тонусе не только хозяина, но и четвероногого друга. Двухлетний Джаст послушно выполняет команды Елены. Воспитанию своих собак она уделяет все свободное время. Дрессировать его, Джастин, дрессировать его – одно наслаждение. Они работают с удовольствием. Берешь маленького щенка и сразу же обучаешь его элементарным каким-то командам. Клички приучаешь, команда ко мне, чтобы щенок бежал на твой отзыв. Ну и мы ходили в группу обучения щенков, мы обучались там другим командам. Джаст уже имеет несколько престижных титулов. Он юный чемпион национального клуба породы, кандидат в чемпионы России. У его родственницы 4-летней Сани в личной копилке тоже много званий. Юный чемпион России и гранд-чемпион России. Она любит всех. Эта собака не одного хозяина. То есть в семье у нее все для нее главные. Вот. И, ну и на улице она всем радуется. Может быть, это для кого-то покажется минусом, но нам это нравится, то, что она такая веселая, радостная и любвеобильная. Лабрадоров называют собаками-партнерами, но они еще и отличные охотники. Старшие собаки Елены проходили специальное обучение по натаскиванию на дичь и даже имеют рабочие дипломы. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.